Всем привет, на связи Фред Майнер. В сегодняшнем видео покажу вам, как бесплатно получить NFT-шку от платформы Bavineverse. Эта NFT-шка будет служить в будущем либо входом в их мультиметавселенную, либо эту NFT-шку в последующем можно будет стейкать и получать токены BVG. Итак, сейчас подробно покажу вам, что нужно сделать. Вся эта информация опубликована у меня в телеграм-канале. Кто не подписан, подписывайтесь. Все ссылки оставлю в описании. Итак, погнали. Как забрать NFT-шку? Переходим в форму. Форма будет выглядеть вот таким вот образом. После того, как перейдете, нужно будет выполнить простые задания. 9 штук их будет. Это подписаться в Twitter, ретвитнуть. Далее присоединиться к их Дискорду каналу. Далее присоединиться к чату в Telegram. Далее посетить их социалки, вот Medium, LinkedIn, в YouTube. И последним заданием будет указать адрес вашего кошелька, с которого вы будете клеймить этот NFT. Подробнее расскажу о Discord. Когда вы будете присоединяться к их Дискорду, нужно будет зайти в их чат. Вот следующим образом выглядит их Discord. Вот присоединились в их Discord. Находите ветку с русским языком. Она здесь присутствует. Вот ветка Community Chat. И есть вот русский язык. Переходите вот в эту ветку и пишите там привет. Просто чтобы ваше сообщение здесь было. После этого проходят сутки. И через сутки, примерно через сутки, у вас активируется вкладочка Claim. Она выглядит вот следующим образом. Переходите вот на сайт. Здесь у вас будет гореть синим цветом кнопочка Claim. Нажимаете на эту кнопочку, и у вас начинается процесс клейма. Клейм абсолютно бесплатный. Ничего платить не нужно. Всю комиссию оплачивает платформа Project Galaxy. В Твиттере у них уже почти 50 тысяч читателей. Вот одна из таких важных информаций, то что вот они собираются создать мультиигровую платформу, метавселенную, в которой можно будет зарабатывать Play to Earn. И вот эти бесплатные NFT-шки, которые они сейчас раздают, в последующем будут как раз таки либо бесплатным входом в игру, либо эти NFT-шки будут нашими с вами будущими персонажами, с которыми можно будет уже начать играть в их игры. Платформа очень даже перспективная, новости выкатывают чуть ли не каждый час, поэтому очень активны у них и Twitter, и Discord. Я думаю, что в ближайшее время выкатят новость о том, что вот как можно будет использовать наш с вами NFT. Ну а с вами был Фред Майнер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все актуальные ссылки оставлю в закрепе. Всем удачи. Пока.